13 ноября 2017 года международный научный журнал BioScience опубликовал открытое письмо от более 15 тысяч самых выдающихся ученых со всего мира под названием «Предупреждение ученых мира человечеству. Второе уведомление». Письмо опубликовано в 25-летнюю годовщину первого аналогичного обращения ученых, в котором сообщается, что все ужасающие изменения в глобальной окружающей среде и климате, перечисленные в обращении 1992 года, сегодня многократно развились и некоторые даже прошли точку невозврата. Если в 1992 году основную тревогу научного сообщества вызвали в основном озоновые дыры, то сегодня мы имеем катастрофическое изменение климата, необратимую потерю площадей джунглей, лесов и мертвые зоны в океане, где раньше жили вырабатывающие кислород водоросли и фитопланктон. Как следствие, в атмосфере снижается уровень кислорода, на фоне чего массовое вымирание видов, исчезновение водоемов с пресной водой и прочие экологические бедствия просто меркнут. Ни для кого не является секретом то, что климат на планете меняется все более быстрыми темпами. Изменения эти в основном являются производными от астрономических процессов и их цикличности. Геологическая история планеты свидетельствует о том, что подобные фазы глобального изменения климата случались неоднократно, и что на эти процессы человечество на сегодняшний день повлиять не в состоянии. Однако люди повсеместно не только не готовятся к грядущему, но и усугубляют своими действиями и так напряженную экологическую и климатическую обстановку в мире. Ученые в своем обращении призывают людей всего мира к объединению перед глобальными проблемами, пока не стало поздно предпринимать какие-либо действия. Мы надеемся, что наша общая публикация сможет инициировать широкую общественную дискуссию о глобальной окружающей среде и климате, пока их разрушение не стало абсолютно необратимым, говорится в обращении ученых. Выжить во времена грядущих катаклизмов нам, людям, удастся только объединив научный потенциал всего мирового сообщества уже сегодня. Только объединив общие усилия в единстве народов, возможно выживание человечества. У нас одно место проживания – Земля, одна нация – человечество, одна ценность – жизнь. Мы сами выбираем, каким быть нашему обществу. В помощь ученым и всем нам для глубокого изучения процессов, происходящих в микро- и макромире, вышла видеоверсия доклада «Исконная физика АЛЛАТРА». Знания исконной физики АЛЛАТРА помогают понять, что такое этот мир, из чего он состоит и какие реальные процессы в нем происходят не на уровне видимого мира, а на уровне элементарных частиц. Последние исследования международной группы ученых Международного общественного движения АЛЛАТРА показывают, что, обладая знаниями исконной физики АЛЛАТРА, обществу под силу успешно минимизировать степень разрушительного действия стихии, сохраняя при этом самое ценное – жизни людей. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире.